у прекрасных вечных гор, в окружении озер, где царили холода, ягель, камень и вода. Лес густой кругом стоял, дикий зверь в лесу гулял. Там сам Колын Архипов рыбой, зверем промышлял и ученым помогал. Кто же никель здесь открыл? Кто же всем руководил? Это был весьма известный русский академик Ферсман. Прибыли геологи с разведкой, ценную в горах нашли руду. Лось за ними наблюдал нередко, удивляясь тяжкому труду. Город Ситцевы рядом поставили. Жить, работать был каждый готов. Комбинат стал у гор, рассчитали место стройки по розе ветров. А зачем здесь комбинат? Мощь России укреплять, чтобы никель, медь давать, чтобы руду переплавлять. И тогда решили люди, в Мончетундре город будет. Но война, все нарушила она. Стали люди собираться, чтоб с фашистами сражаться. В школах госпиталь открыли, здесь врачи бойцов лечили. Помогали медсестры, было все у них непросто. Не хватало инструментов и лекарств, медикаментов. Люди сутками не спали, сотни раненых спасали. Для целебного настою собирали дети хвою. И бойцам кисеты шили, и одежду им чинили. Все могли, и снег убрать, и концерт солдатам дать. Долгожданный мир настал, город рос и расцветал, воплощая в жизнь проекты новых улиц и проспекты. Здесь трудятся ударно герои-металлурги и никель добывают из скользких горных руд. Свой город очень любят, делами прославляют, не требуя награды за свой нелегкий труд. Приезжайте к нам в город, туристы, посмотрите, чем он знаменит. Были здесь поэты, артисты, всех он тянет к себе, как магнит. Край, где гладь озерная повсюду, парк, природы дикий уголок. И везде бульвары, скверы, клубы, чтобы север стать теплее мог. Милый город заполярный, любит спорт и регулярно в нем проходят состязания, матчи и соревнования. В гости мончегорцы приглашают с гор на город сверху посмотреть. Столько интересного вмещает город, обреченный не стареть. Символ города сахатый здесь судьбу свою связал с мончегорском Мончеградом и взошел на пьедестал. Мончегорск, мой город милый, ты уютный и красивый, не найти нам места краше, ты любовь и гордость наша.